нам, пожалуйста, про деревню, в которой ты живешь. Какая она? Комаровка. Ну, Комаровка – это наша деревня. Пейзажи изумительные. А люди? И люди тоже хорошие. Хорошая Комаровка. Здесь жители трудолюбивые, дружные, хорошие, инициативные. И радует то, что самое большое количество детей проживает в этой деревне. Их 47. И отрадно отметить, что в этом году их прибавилось на 7 человек. Трое родилось, и прибыло у нас 4 деток еще. Расскажите, вы жительница Большой Комаровки? Ну да. Да, я здесь родилась, здесь все детство мое произошло, и все мои дети растут здесь. Надеюсь, что и здесь и останемся в дальнейшем. В новом году здоровье. Самое главное – это для меня здоровье, чтобы не болели никогда, были счастливы, чтобы их судьба вся была счастливой, и все получалось легко, без трудностей каких-то. Ну, я сама местная, получается. С супругом обратно же приехали жить сюда же. От организации дали дом, живем. То есть вы уезжали в город? Да, да, да. А потом вернулись? Да. Почему? Деревня, муж сказал, лучше свежий воздух и, ну, обстановка. Не нравится мужу город. Как вы думаете, он прав? Возможно, есть часть, да. Спокойствие, тишина. Зеленая пушистая шубейка снеговой пришла на праздник елочка морозной зимой. Мы все любуемся на елочку сегодня. Она нам дарит нежный аромат. Из лесу елочку взяли мы домой. Из лесу елочку взяли мы домой. Крышам повесили, стали в хоровод. Весело, весело встретим Новый год. Дедушка Мороз, в новом году все хорошо будет? Обязательно будет, только самый лучший год. Прошедший год у нас остался в прошедшем, а в новом году желаю всем крепкого здоровья, удачи, счастья и везения. А Комаровки особенно? Комаровки особенно. Почему Комаровки особенно? Потому что это особенное деревня. А в чем ее особенность? Потому что это Комаровка. Здесь еще такие легкие люди, как наши комарки. Я живу в Комаровке уже на протяжении 8 лет. Это очень хорошая деревня, мне нравится. Здесь очень много детей, здесь интересно очень. Здесь можно играть в разные игры, здесь добрые люди. Мне очень здесь нравится. Когда говорят про Комаровку, что самое первое приходит в голову? Комаровка – это? Деревня, которую мы очень любим. Самая лучшая деревня. Я бывал, но здесь, здесь хорошо, здесь весело, вот здесь, на площадке, весело. Я здесь играю со своими друзьями. Хорошо живем, нормально, не бедствуем. За счет чего? Дружно живем и друг другу помогаем. Хозяйство есть, работа есть? Конечно, есть. Все есть. Хозяйство есть, людей и работа есть. Хватает всего.
А где лучше, в городе или в деревне? В деревне. Почему? Нравится. Свобода. Родители жили здесь, работали. Я сейчас работаю здесь, в колхозе. Оператором машинодоения. Дояркой. Хорошая работа, тяжелая работа. Тяжелая, но нравится. И работа ее, и зарплату платить хорошую. Я за что держаться. Мне нравится с хозяйством справляться. Работа у меня неплохая, можно сказать. Нравится. Кем работаете? Животновод. У меня две внучки, мне нравится с ними поиграть. В общем, жизнь прекрасна. Не сказать, что прекрасно, хорошо. Ну, тут вообще деньги. Может, темное? Не, классно. Классно. Речка, болоты были раньше, особенно когда молодежь собиралась летом, еще говорят, пойдем комаров кормить. Вот поэтому и назвали Комаровка. Я вот сегодня урань устала, напекла блинов, кровянки сделала, вот, почаровочка стушила, ну, голубцы сделала вон. Ну, конечно, надо же, коляды ж, поесть и надо, конечно. Ну, видно, и по мне видно. А сейчас же все сидят на диетах. Ну, мы уже старые, какая нам диета? Ну, у нас все натуральное, все свое, все сделано у печки. О, это подшаровочек. О, тоже у печки сделаны. Сегодня его делано. Ну, по деревенскому режу, не так, как по городскому. Ладно, как бы взял в руку, и рука порадовалась, душа порадовалась. Смачно ешься. Храм построен 1903 года. Сам храм посещал царь Николай II с царской семьей. Даже в храме есть музейчик, и там сохранена монета царская. Вот. Ну, а так, конечно, храм вот восстанавливаем потихоньку. Ну и с Божьей помощью, я думаю, что засверкают на нашем храме купола, зазвонят колокола. С Божьей помощью наша деревня живет. И мы будем с Богом жить. А без Бога не до порога, а с Богом хоть за мора. А ты сколько тебе лет? Сколько?
Сколько? Три. Ну. Громче говори. Ну, что? Три. Так, а будет сколько? А будет четыре. Да, хочешь куда-то? Скажи, четыре. Четыре. Приехали мы из Донецкой области. Ну, так получилось, что пришлось уезжать в силу обстоятельств, которые там происходят. Вот. Ну, если честно, ехали в никуда. То есть у нас не было ни знакомых, ни родственников. Просто собрались и поехали. А когда задают вопрос, хотите вернуться? Однозначно нет. Нет. Куда? Да, и куда возвращаться? А есть куда? Куда есть возвращаться, только смысл. Смысла не видим. Страшно было за ребенка. Вот и сорвались, наверное, больше всего из-за нее. Потому что, ну, как бы, если бы сами, может быть, и не поехали бы. А так просто страшно за ребенка стало. Слышали каждый вечер взрывы? Слышали, выстрелы, да. Ну и один раз под окнами бегали, у нас стреляли. Это тоже было очень страшно. Прятались с ребенком в ванной. Давай быстрее. Мы вообще люди городские, приехали с города. И поначалу, конечно, ну, для меня жизнь в деревне, это было, ну, что-то вообще, ну, не знаю. Я, если честно, даже вот до вот этой вот ситуации, если бы мне кто-то сказал, что я буду жить в деревне, я бы в жизни не поверила. А тем более, если бы мне кто-то еще сказал, что я заведу поросенка, это вообще из области фантастики. На дорожке почистить. Так какой чистить, если оно все метет? Маши лапкой. Хрю-хрю. Игорек. Хрю-хрю. А ну поговори. А ну поговори, давай. Дай, дай. Ну. Ну, мы приготовили вареники с картошкой. Это истинно украинское блюдо. Засыпаем варенички. То есть в Беларуси вы все равно готовите свое украинское? Мы как бы и белорусское уже научились, но а все равно свое. Даже вот приходят нас гости, родственники приезжают, они говорят, ну, очень вкусно все. Скажите, у вас там все еще неспокойно? Вы смотрите новости? Нет, там не может быть спокойно. Не для того, мне кажется, затевалось там. Стараюсь меньше смотреть, потому что это очень больно. Вот и все. Ничего там хорошего не будет уже. Там страшно? Страшно. Был случай. Подорвали железную дорогу рядом. Мы сколько встали, долетели до дома? Мы встали, мы не знали, что делать. Такой шок был. Не снимайте. Ну теперь это все хорошо? Да, теперь все хорошо. Я стараюсь... Ну, вообще не думать об этом. Жить этой жизнью, что здесь. Радоваться жизни. И вот то главное. Да. Наша моя цветочек нарисовала. Да. Вот. Так. Ты пошел. Ой, лямки. На тарелочке чем-то хорошишь, Машенька. Приятного аппетита. Вот, правильно. Скажи, вкусно? Вкусно.